Если ты утомлен, ты занят не своим делом. Если ты занимаешься то, чем ты любишь, ты горишь. Тебя невозможно остановить. И как тогда размышлять с собой, когда тебе отдыхать? Ты не занимаешься работой, ты кайфуешь, ты горишь. На тебя смотрит команда, на тебя смотрят потребители, на тебя смотрят твои поставщики, и все заряжаются твоей энергией. Это ты, значит, занят своим делом, своим любимым делом.